Большой привет всем, кто интересуется новинками ICO. Сегодня я проведу обзор интересного и перспективного ICO Concrete. Рекомендую более подробно ознакомиться с этим проектом, чтобы не упустить возможность выгодного инвестирования. Concrete поможет эмитентам ценных бумаг привлечь больше инвесторов и снизить затраты за счет использования технологии распределенного бухгалтерского учета. Concrete не проводит ICO, а продает акции фондовой компании. Инвестиционное предложение предназначено для компании, которая будет создавать реестр распределенных ресурсов, в котором могут быть перечислены различные будущие предложения, такие как дробное имущество и тому подобное, а не сами предложения. Ниже идет информационный блок. И нам предоставлена такая информация, что платформа будет включать децентрализованный ЗСК и инвесторов голосования автономных под непрерывного обновления. Что такое токен безопасности? С этим можно ознакомиться на сайте. Почему безопасны токены? Будущие потенциальные применения платформы Concrete. Предложено несколько вариантов. Например, платформа Concrete будет иметь возможность решать кризис доступности жилья через дробное имущество. Также проекты развития фондов и предварительные продажи дисков. Доступность инвестора для частных фондов недвижимости. Также есть информация о токене Concrete, у которого символ ККТ. Это токен на основе ERC-20. Concrete – это не просто идея, а объединение двух существующих организаций, учредителями которых являются опытные предприниматели из сектора недвижимости и технологии. Ниже мы можем видеть раздел «Команда» Concrete. Хотелось бы отметить, что команда состоит из высококвалифицированных специалистов, также ведущих отраслевых экспертов и разработчиков. Советники и консультанты этого проекта имеют многолетний опыт работы в крупных компаниях и консультирование уже успешно реализованных ICO. Данная команда обладает всем необходимым для того, чтобы достичь поставленных задач. Следующий раздел – это дорожная карта. В этом разделе вы можете рассмотреть описание каждого этапа работы, сроки проведения и реализации. Мы можем видеть, что проект был запущен в августе 2014 года. Он уже достаточно успешно прошел и реализовал свои первые этапы. Все последующие планы и задачи мы видим также четко распределены графиком продвижения проекта вплоть до 2022 года. Если у вас появились вопросы, есть возможность связаться с Concrete, оставив свою электронную почту, адрес электронной почты. Данный проект весьма интересен, перспективен, поэтому я рекомендую вам присмотреться к нему поближе. А на этом обзор ICO Concrete закончен. Анализируйте, думайте и совершайте только правильные капиталовложения. До встречи в следующих обзорах. Пока!